Любишь делать маски перед мытьем волос? Тогда этот пост для тебя. Знакомься. Маска винная против выпадения волос от бренда Шоконат. Действие маски направлено на усиление кровообращения, наполнение волосяных луковиц микроэлементами, препятствовать выпадению волос. Активные компоненты: сухое красное вино, каолин, отвар мать мачехи, крапивы, череды, одуванчика, хмеля, лопуха, зверобой. Масла облепихи, зародыши пшеницы, льна. Также есть пектин, пчелиный яд и горчичный комплекс. Маска выглядит вот таким образом. Она достаточно густая и имеет приятный винный аромат. После использования маски не было никакой аллергической реакции. По действию она мне очень понравилась. При регулярном использовании данной маски я заметила то, что волосы стали более крепкими у корней, они стали более блестящими. Значительно сократилось выпадение волос. Маска великолепно влияет на волосы. Если вы еще не пробовали, я смело рекомендую вам начать знакомство с этой маской.